Вот это находка, друзья мои, сундук внутри вагонетки. Это супер. Это супер. Так. Сейчас мы его откроем, подожди. Это все сейчас хлам здесь отрубим, чтобы тут было у нас все понятно и ясно. Сюда мы подложим булыжничка. Так, я думаю, что мы, наверное, все это сейчас... Сейчас я тут... О, рельсы, да. Мне 52 рельса. Активирующие рельсы. Хорошо. Так, вот это все тогда сейчас соберем воедино. Хлеб, я не знаю, наверное, оставим. А это что такое? Бирка. Так, 60 рельсов. Хлеб. Золото. Ой, ребят, не знаю, что делать-то. Ну, давай, соберем, ладно. Блин, полный уже этот арсенал. Тогда что мы делаем? Так, а вагонетку уже некуда девать. Да и не нужна она мне. Вторая вагонетка. Пошла она в баню. Так, здесь просто тупик. Рельс уже не лезет. Так, что делать? Делаем следующее. Раз пошла такая песня, давай мы сюда сгрузим что-нибудь такое эдакое. Допустим, булыжники. Железная руда, золотая руда. Так, андезит сгрузим, не надо мне его. Диорит, вот это все. Камни, короче, сгрузим. Камни, которые без надобности. Так, это все надо. И вот этот гравий сгрузим. Все. Вагонетка, в принципе, пускай будет. Так, в общем, сюда я сгрузил только камни и вагонетки. Камни, вагонетки. Ну, ладно, пусть одна вагонетка будет. Так. Теперь надо искать выход. Как мне отсюда вообще теперь эвакуироваться-то? Так, вот там у нас этот сундук с призраками. Так, золото. Один, что ли? Нет, не один. Так, еще там дальше золото. Блин, хорошее месторождение. Все. Дальше уголь. Так, сейчас мы этот все лишнее сгрузим, если что. Так, здесь меч включаем. Ну, по идее, тут как бы незачем сюда лезть. Огромное количество паутины. Что-то просто. Так, а что дальше-то? А, о. А мне кажется, я уже тут был. Так, пускай тогда пока это останется. Свет врубим. Так, давай вот... железную руду добудем. Так, вот эту рельсу снимем. Так, включаем сюда свет. Это у нас тупик очередной. Ничего, ничего, ничего. Я уверен, что вылезем. Просто уверен. И вот здесь пробиваемся тогда вот таким образом, мимо этого сундука страшного. Вот. Рельсики собрали. Так, здесь поставили свет. Так, туда это у нас куда? Туда это у нас куда? Сейчас глянем.
Просто интересно, куда ведет этот туннель с паутиной. Свет. А, он ведет еще к одной шахте. И вот здесь, мне кажется, я уже был. Ну ладно. А, извините, сейчас я тут повешу, подожди. Сейчас я повешу тут свет. Ну, туда можно его подвесить. Вот так. Блин, ребята. Так. Топор. На исходе. Так, давай здесь еще пробьем. Просматриваюсь просто. А вот у нас и уголь. Так, вот, хорошо. Здесь у нас еще дорога железная. Так, руда сразу добываем. Так, и тут еще руда. Сейчас я закончу тут и врублю свет. Вот сюда свет тогда поставим. Блин, сколько тут руды. Блин, ребята, ну я залип. Реально страх у меня, просто боюсь уже. Я боюсь, что я заблудился напрочь. Блин, ну ладно. Так, этот уже не берется. Так, как это будет тогда? Так, это еще берется. Ну, собственно, руда берется, и самое главное. Так, и чё, и как? А, нет, не меч, а топор. Подчистим. Так, здесь подвесим свет. Вот оно как. Здесь все по кругу. Так, это откуда хлещет? Ёп-махарёк, подожди. Откуда ты хлещешь, скажи мне, пожалуйста. Так, поди, она сейчас потечет прямо в этот желоб. Нет, не течет. Подожди. Блин, у меня тут переполнение уже. А где у меня сундук-то? Вот тут сундук. Нет, не здесь сундук, подожди. Ой. Так, свет. Тупик, понятно. Просто наугад бегаю. О, какая большая зала. Это я ее сделал? Так, собираем. Да, что-то знаком. О, а как я сюда вышел? Ну, шикарно. Все, тогда сейчас мы сдадим урожай. Блин, а. Вот это неудобно. Здесь надо все-таки... Ладно, потом. Так. Булыжничек. Сложили. Здесь мы сложим урожай рельсов наш невиданный. Так, 29. 35 рельсов. Заборы. Так, табличку сюда немножко.
золото, железная руда, андезит, да, земелька, уголь, вагонетку нахрен отсюда, лесенка, лесенок слишком много, ну ладно, березовые доски, так, дубовые доски сюда, семена тыквы пригодятся, наверное. Нить сюда, хлеб. Так, так, еще вид рельсов один сюда, золото. Сюда. Так, еще бирка какая-то. Все, я нашел. Так, а посмотрим, что у нас печь-то. Печь-то у нас пока сварила, хорошо. Ну вот так. Так, дубовые доски. Эти оставим доски. Так, лесенки оставили. Доску оставили. Так, топор надо делать. Топор. Топор есть, кстати, один. Так, палки оставим сюда. Лестница. Ну да, лестниц, конечно, слишком много, наверное. Так, палки, так, лопата, топор есть, топор тут еще один. Ну так, этого всего в достатке. Давай еще понаделаем света. Вот таким образом. 64 штучки, нормально. Возвращаем. Ну все. Сгрузились.